А вот 5 минуток позитива. Тритончик. Семейство какое там, ящеровых, наверное. Вот. Это после потопа. Вот Приморский край, Уссурийск. 5 минут позитива. Ой, ты тритончик. Помню, в детстве я их ловил в лужах. Мы их ловили в детстве. Вот, вот такой хороший. Сейчас пойдем отпустим на огород. Вот так он в кресле. В кресле вот так. После потопа. Ну, уже все нормальненько, уже не страшно. Тут все было вообще, если кому интересно, Владимир Староженко, YouTube-канал. Столетово 15А. У мамы, у тещи, вот у тестя порядки наводим. В дом утонул. Ну, а у нас тоже утонул, короче, эта квартира в городе там. Ну, мы там уже рухлить всю выкинули, солдатики нам помогли, волонтеры. Сейчас вот у мамы, у тещи, у тестя все выбираем. Вот быть или не быть, гниль выбрасывать или не выбрасывать, друзья, однозначно выбрасывать, все, что намокло, чтобы не зацепить каких-то дыхательных аллергий. Реально, там вот я сейчас показывал видео, назову его как-нибудь «Опасно плесень». Выбрасывать или не выбрасывать подтопленную мебель. Конечно, выбрасывать всю эту плесень, все это выбрасывать. Пойдемте тритончика. Тритончика. Давай, мой хороший, давай, пойдем. 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 Выбрасывать или не выбрасывать, тут пиздец. Но мы уже выбросили, уже не страшно. Линолеум все, конечно. Под линолеумом, если фанера, тоже все выбрасывать. Все срывать. Плесень это страшно. Плесень это страшно, вот все выбрасывать, это мы уже расчистили, тут тачек 15, только всяких одеял, телогреек, всякой хрени. Вот, давай, давай, я тебя отпущу, пойдем, пойдем, я тебя на огород отпущу. Пойдем, мой хороший, это мы уже тут расчистили, это у нас уже классно заканчиваем, а сейчас пойдем дома кершером все мыть. Ага. Короче, вот вода аж в окнах стоит, видите, это надо до зимы надо все спустить. Кто соображает, надо все спустить. Вот. Сейчас в лужицу в какую-нибудь сырую отпущу его. Вот видите, вода как стояла. Но это еще упал уровень. Огород такой богатый, все, тыквы уплыли. Давай, давай, водичку надо. Тебя тритончик в водичке живет. Вот, давай, давай. А то там залез в гнильнике ватнее. Давай вот. Классная водичка тут такая более-менее нормальненькая. Вот все. Иди живи. Молодец. Вот, водички. От водички. Вот, вот, классненько. Ну вот, тритончик оказался в нужное время, в нужном месте. Так что, Владимир Владимирович, дед Вова, Вован.